А зимний микс категории крем, это у нас Шотландия, премиум винтер называется данная позиция, а вещи без износа, много платьев будет, и, кстати, вот много этикеток тоже будет. А штаны женские, размер указан 16, то есть примерно 50, наверное, размер, если не ошибаюсь. А далее джинсы большого размера, по-моему, или нет. 34 здесь указан. Классические прямые джинсы, новые с этикеткой. Так, марка Next, это Болеро. К сожалению, а вот бирка с этой стороны оказалась. Ангоры 20%, шерсти 70%, нейлон 10%. Вот такой состав. Болеро. Теплые. Так, далее водолазка, размер XL. Большого размера водолазка получается. И новая мужская рубашка среднего размера M-ка, марки George. А платье марки Dorothy Perkins, 40-й размер указан, европейский. Соответствует 46-му российскому размеру. Женские штаны марки George. 16 размер, то есть 50 примерно, если не ошибаюсь. И джемпер хлопок в составе, марка Only, размер маленький, S-ка. Атмосфера, размер российский 46-й получается, европейский указан 40-й. Кстати, тоже вот с этикеткой. Этикеток будет много. И джинсы маленького размера, 32 написано, или 34, то есть где-то 40-й, 38-й размеры маленькие. Так, палантин в хорошем состоянии. Женский кардиган. Здесь у нас 10 размер указан, примерно 46 получается. Полиэстер и акрил в составе. Так, новые женские трусы большого размера. И новые джинсы в упаковке. Размер 40-34, то есть размер большой получается. 40-34. Так, женская футболка примерно среднего размера. Прикольная жилетка. С капюшоном размер L. Замок работает, состояние очень хорошее, без катышков. А водолазка тоже новая, 40-й размер указан европейский, соответствует 46-му российскому размеру. А новые носки, вот две пары получаются. Так, женская юбка небольшого размера. А марка TU от 3 до 6 месяцев, состояние хорошее. А юбка джинсовая, размер 46-й европейский указан, это соответствует 52-му российскому размеру. Марка George. 44-й размер, европейский указан, то есть получается российский 50-й, состояние хорошее, акрил. Так, марка Next, размер M-ка, среднего размера получается мужская рубашка, марки Next. Так, далее здесь у нас 8-й размер указан, маленький, то есть 34-й европейский, это 40-й. Российский получается размер маленький. А здесь 48-46. Атмосфера примерно 54-52 российского размера. Женский кардиган марки New Look. Размер указан 18, то есть достаточно большой, состояние хорошее. Леггинсы 46-го российского размера в хорошем состоянии. Так, детский джемпер марки George в хорошем состоянии. Размер здесь указан 110-116 сантиметров рост на 5-6 лет примерно. Маленькая нитка торчит, надо будет отрезать. Катышков нет, рукава не растянутые, состояние хорошее. Dorothy Perkins, 42-й размер указан, европейский. Соответствует 48-му российскому размеру. Next, 10-й размер указан, то есть примерно где-то 44-46. Носки еще одни. Мужской джемпер марки Mark Spencer. Размер средний, состояние хорошее. Резинки не растянуты, катышков нет. Еще один палантин. И футболка марки Папайя, размер 12, то есть получается примерно 46-й российский размер. А Джордж, размер средний, пятен нет. Ага, вот тут маленькие желтые два пятнышка есть. Напоминаю, что это Шотландия, зимний микс, категории крем, премиум, винтер называется данная позиция. Новая футболка большого размера, элька. А юбка, размер М здесь указан, хотя кажется, что поменьше. А джинсы женские маленького размера, на высокий рост, состояние хорошее, без видимого износа, узкие джинсы современные. А элька, размер большой, пуговицы на карманах на месте, а резинка не растянутая, все чисто, катышков нет, замок работает, капюшон тоже есть, ну, все отлично. А Марк Спенсер, вот с такой баской, размер средний. Футболка новая, женская, 14 размера, то есть примерно 48-го российского, и новый ремень. Так, далее пальтишко, здесь бирки нет наверху. Состояние хорошее, рукава, локти
без видимого износа, чистые. Размер 8 указан, то есть размер получается маленький. Так, вот тут размер большой. Искать не буду, займет время. Папайя 14 размер указан, примерно 48 размера платья. И пиджак мужской новый, большого размера. Так, далее папайя здесь 16 размер указан на этой блузке. То есть примерно 50-52. Так, брюки мужские, размер большой. Правда, рост невысокий. 36 здесь указан, соответствует 42 российскому размеру. Папайя размер 12, то есть примерно получается 46 российский размер. Тут размер не указан, но примерно где-то СКМ-ка. Средний небольшой размер. Папайя размер 10, примерно какой 44 что ли получается, или 46 российский. А на 11-12 лет джинсовая курточка. 12-13 лет указан возраст, это New Look. Новый бюстгальтер, размер 85DD, размер большой. H&M, 42-й европейский указан, это кожаные брюки женские, кожа искусственная, состояние хорошее. Российский размер получается 48 примерно. Платье среднего размера, M-ка, в хорошем состоянии, без видимого износа. Далее, марка Next, 14-й размер, примерно 48-й получается российский. Новая рубашка, женская, марки Манго, размер средний указан, М. Теплая рубашка с длинными рукавами. Жилетка марки Adidas, кстати, она, ну, дутик. Adidas, и здесь у нас написано 9-10 лет. В хорошем состоянии, замочек работает. Детская жилетка. Так, платье марки Next, 14 размер тут указан, примерно 48 получается российский, и... Шарфик, кстати, новый. Так, Микки Маус 110-116 сантиметров указан рост. Футболка с Микки Маусом, детская футболка. Большого размера женские джинсы. 2XL, мужская рубашка большого размера, в хорошем состоянии. Воротник чистый. Так, это 34 размер, то есть соответствует 40 российскому размеру. Джемпер женский марки Джордж, размер средний, небольшой. 34 размер, написано S, среднего небольшого размера джинсы, классические, прямые. Еще один новый бюстгальтер, европейский размер, 85DD, по-моему. Или 70DD, что-то одно из двух там. Такой другой этот размер есть. 36 здесь указан, соответствует 42 российскому размеру. Детская толстовка хабашная, серия Disney. Состояние хорошее, без катышков, без видимого износа. Правда, не вижу... А, вот нашел бирку. Сейчас скажу возраст. На 5-6 лет получается. Так, спортивные штаны марки Nike. Размер небольшой. Далее платье у нас здесь идет бренд Hugo Boss. Размер примерно средний. Джемпер марки Джордж. В хорошем состоянии. 44 размер указан европейский. Это соответствует российскому 50 размеру. Марка Кривит. Размер маленький. Эска. Тоже с этикеткой. Этикеток много. Так, это юбка. Сейчас я вам покажу. Так, вот такая вот юбка. И... вот такой вот офигенный шлейф. Я не знаю, может это на плечо накидывается. Если нужно будет, как-нибудь примерю, покажу. Так, блузка женская, маленького размера, в хорошем состоянии. Так, футболка мужская, размер средний М. Юбка марки Перуна, размер средний. Так. Томас и друзья, это паровозики. Марк Спенсер на 3-4 года. Паровозики Томас, и как там поется. Жилетка мужская, размер 2XL. Жилетка новая. И вот платье, скажем, вечернее. Небольшого размера. S-ка или M-ка. Так, бренд Monsoon. Размер европейский 42 здесь указан. Это соответствует 48 российскому размеру. Состояние хорошее, без видимого износа. То есть рукава ловки чистые.
тут ничего нет, ни одной пуговицы. Одна вот тут пуговица есть. Не знаю, как это застегивается. По-моему, никак не застегивается. Так, джинсы марки Only, размер маленький. Хотя написано M, длина 32. Stretch. L-ка. Размер большой здесь указан. И XL. Пиджачок в хорошем состоянии. Так, еще один мужской джемпер марки George. Размер здесь указан средний. М-ка. А юбка марки Mark Spencer. Среднего размера, в хорошем состоянии. Теплая юбка. Атмосфера размер 38-40. Это соответствует 44-46 российскому размеру. А марка Next. Это был свитшот на 16 лет, кстати. Так, болеро 14 размера. Примерно 48-го получается, тоже с этикеткой. И джинсы маленького размера. Примерно 40-й российский получается. Еще одно платье. Платьев много. Так, брюки мужские, новые. Размер 36-31. Евро написано 46, то есть примерно 52-й получается российский размер. А футболка мужская большого размера L-ка. И вот перчатки. Что-то real написано. Натуральные типа что ли. Да, размер M. Ну, прикольные, хорошие перчатки. Написано real. Типа реальные. Next. Размер 44 европейский указан. Соответствует 50 российскому размеру. Теплая юбка. Еще одна. И детская рубашка. Мальчиковая. Новая с этикеткой. Размер, правда, я не вижу. Ну, ладно. Так. Мужская рубашка марки Pierre Cardin. Размер средний М-ка. Рубашка новая с этикеткой. Next. Женский джемпер среднего размера М-ка. Так, это, по-моему, ремень новый. Футболка с этикеткой марки George. Размер 20 здесь указан, то есть достаточно большой размер. Юбка марки Автограф. Размер примерно 48-50. Российские размеры. Это больше похоже на пижаму. 2XL. Размер большой. Так, платье марки George. Размер средний, примерно М-ка. А новая шапка. Так, размер здесь указан 6. Маленький размер получается. Игрушка. Слоник в этом мешке у нас попался. И сумка. Кожа искусственная, состояние хорошее. На этом все.